Всем доброе утро. Меланхи с ней вот такая прическа красивая. Красота. Только сильно губы не мажь. Это блеск, но блеск таким с небольшим цветом. Привет. Доброе утро. На завтрак сделала яичницу с сыром, помидорами, такие бутерброды горячие тоже, гренки, помидор и сулугуни сыр. И порезали гранат, почистили, он обалденно сладкий, такой яркий, просто прелесть. И, конечно, кофе. Всем доброе утро, всем приятного аппетита. Хочу вам сейчас показать, что мы заказали в интернет-магазине «Любимый Василек». Лика заказала себе очень красивую пижаму, конечно, прям понравился вот такой цвет, апельсиновый, яркий, красивый. Это костюм, здесь леггинсы и футболка. Вот именно леггинсы, они такие яркие, будут очень хорошо сочетаться с такой футболкой. С такой расцветкой Лика заказала в 44-м размере себе. Заказали для нашего папы, тоже очень красивый, теплый, очень теплый, просто потрясающий костюм. Я себе заказывала тоже такой костюм, кстати, и Лика заказывала. Качество, конечно, очень хорошее, и после стирки ничего не садится, не линяет. Качество очень классно. Он очень теплый, у нас уже в Санкт-Петербурге вовсю снег, так что такая обновка будет как раз то, что нужно сейчас по погоде. Просто потрясающая расцветка, качество невероятно приятно, приятное к телу. Это вот такие леггинсы, точнее даже это велосипедки, хлопок, все швы ровные, посмотрите. Качество потрясающее. Оранжевый цвет, яркий, резиночка, достаточно мягенькая. И удлиненная вот такая вот футболка с красивой тоже такой расцветкой. Сочные лимоны. Смотрите, как это красиво. Лика, конечно, сейчас обязательно примерит. Я сейчас отпарю. Ну и куда ты идешь туда? Куда ты собрался? А, кот, куда ты собрался? Я сейчас, конечно, отпарю. И Лика обязательно покажет, как это классно выглядит. Какое качество. Просто суперское вообще. Я уже тоже захотела себе такой костюм. Классно. Да? Костюм в черном цвете. Мы с Ликой заказывали для себя похожие костюмы, конечно, ну, женские, другие цвета. У меня есть и в зеленом цвете, и в таком бордовом красивом цвете. Лика заказывала в сером, тоже у нее, по-моему, в зеленом цвете, в изумрудном. Очень хорошее качество, костюм теплый. Посмотрите, вот такой начес. Видите, как он сшит аккуратно. Качество просто супер. Кстати, такой костюм стоит 2800. Ну, плюс-минус, потому что отличается цена, конечно, у женских моделей. Отличается цена от мужских, это надо смотреть. Я ссылочку на интернет-магазин «Любимый Василек» обязательно оставлю в описании под видео. Заходите, очень много всего интересного можно там найти. Постоянно обновляется ассортимент. Есть очень красивые новогодние товары, скатерти, полотенца, в общем, различный текстиль, постельное белье. Мы, кстати, опять заказали постельное белье, потому что оно на самом деле очень хорошего качества. И самое главное, что его можно заказать по своим размерам. Потом его покажу. Сейчас показываю костюм. Костюм с капюшоном. Здесь хлопок. Очень тепленький, мягенький. И вот такие вот брючки. Брюки на манжете снизу. Видите, резинка такая мягенькая. Очень в них комфортно. Я говорю, у меня вот такой костюмчик. Я очень часто ношу в такую погоду, как у нас. То снег, то слякоть, то непонятно что. Самый раз. Надела пуховичок какой-нибудь сверху, кепку. Такой костюмчик, кроссовочки теплые и вперед. И красиво, удобно, модно и тепло. Здесь карманы, резинка здесь. Очень тепленький, посмотрите, с начесиком. Просто супер, реально, очень классно. Сейчас я попрошу, наш папа продемонстрирует, как это выглядит красиво.
Ну и заказали постельное белье, мы часто заказываем его. Мне очень нравится сатин поплин, как я говорила, и то качество просто супер. Заказываем мы по своим размерам простыню. У нас простыня большая, потому что у нас новый матрас, и он очень высокий. У нас 1,60 м на 2 и высота 50 получается на резинке. Очень нравится именно простыня, чтобы была на резинке, она не скатывается, не убегает никуда. Ну вот нам нравится так. И наволочки на молнии, у нас подушки 50 на 70. В общем, это все можно указать в комментарии, когда заказываете свои размеры, простыни, наволочки, допустим, на молнии, не на молнии. Это очень-очень удобно. И под ваши размеры уже изготавливают постельное белье. На самом деле, вот как у нас высокий такой матрас, я уже как-то рассказывала в предыдущем видео, ни в каждом магазине, если честно, вообще ни в одном магазине я не видела такую простыню, такого размера, высокого, индивидуального, да, поэтому, конечно, нужно шить. Поэтому вот в любимом Васильке всегда можно заказать и выбрать вообще постельное белье, выбрать вот или поплин, или сатин. Качество, конечно, очень классно, очень. Сейчас я буду застилать постель, я отпарю. И, конечно же, вам покажу, как выглядит. Посмотрите, какая красивая расцветочка. Супер просто. Так вот выглядит постельное белье. Очень приятное качество, плотная такая ткань. Пододеяльник здесь на молнии. Ну и что ты тут пришел? Кто тебя звал? Вот любит, когда новая постелька. Пододеяльник на молнии. Прям такая плотная, приятная ткань. Цвета, кстати, есть разные, но мне очень понравился вот в таком цвете. Простынка. Простыня, смотрите, на резинке. Очень у нас высокий матрас, и как видите, просто супер по размеру, потому что, как я говорила, делаем на заказ. И наволочки на молнии. Слушайте, костюм просто космос. Скажи, классное качество. Да, очень тепленький, мягенький. Да. Само то. Самое главное, что он теплый, и после того, вот как вы стираете, он не садится. Вот, смотри, видишь, он такой. Да, я показала. Как эта штучка называется? Баечка? Начосик. 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 Ну, в общем, тепленький. Комфортно, комфортный. Красиво, тепло. Заказали размер 52, да, по-моему? 54. А, 54, ну, да. Был посвободнее немножко. Мой вообще размер 52, но это же такой тепленький, зимненький, но он такой свободненький. А вдруг маечку захочу одеть? Да. Но я люблю под такой маечкой одеть, чтобы... Короче, можно брать на размер побольше, да, да, чтобы было уютно и комфортно. Итак, следующий показ. Лика в своем шикарнейшем костюмчике. Я очень хочу себе такой костюм. Сочетание цветов, конечно, просто космос. Я прям влюбилась в этот костюм, очень-очень хочу себе заказать. В следующий раз, если будем заказывать и будут в наличии, конечно, я закажу. Лика заказала себе в 44-м. Получается, футболка такая прям свободная, леггинсы, велосипедки. Ну, они в обтяжечку, но они просто с эластаном, они немножко тянутся. Качество, конечно, класс, да? И вот эта вот футболка, вот расцветка, сочетание цветов, конечно, потрясающе. То, что и хотела Лика, да? Блин, я хочу такой костюм! Снимай! Я хочу такой костюм! Делаю себе маникюр, точнее, решила немного отремонтировать ноготь и... В тот раз убеждаюсь, как хорошо, когда получается делать самой ногти,
отломила немножко ноготь, надломила, и, соответственно, гель отошел от ногтя. И вот если бы я делала не сама, а у мастера, то это нужно найти время, чтобы и пойти к мастеру, и чтобы у мастера было самое главное время, потому что к любому к другому уже не сходишь, вот именно если отремонтировать, потому что не факт, что определенный гель вот такой же, да, ты найдешь у другого мастера, но это 100% нет, это еще как бы обычный, если, да, там какое-то покрытие там белое, светлое, а это именно такое вот золотое светоотражающее покрытие, не у каждого мастера будет. И вот что бы я делала, у меня так ноготь надломился, я сама сегодня себе сделала, я его уже отремонтировала, сейчас буду наносить, у меня прям поломался ноготь, а ремонтирую я вот таким вот пакетиком чайным, вот именно такой должен быть пакетик чайный, он, видите, как такой тканевый, не бумажный, именно такой тканевый, кусочек отрезаешь и на базу как бы его сажаешь, скажем так. Вот такие дела. Так что теперь сейчас буду наносить уже вот такое цветное покрытие. Это у меня блестящий такой как бы коричневый шоколадный цвет. И сверху уже вот светоотражающий гель-лак. Такой, видите, красивый. Так что быстренько 2-3 минутки, ну 5 минут, пока еще там я нанесла, пока спилила чуть-чуть, потому что у меня он отломился и... Естественно, чуть-чуть геля осталось на ногте, пришлось все полностью спилить, подровнять. Вот минут 5 и все готово. Лика себе заказала такие сапожки бежевые. Типа Челси. Они, кстати, теплые. С мехом внутри. Хотела вам показать. Вот такой вот мех внутри. Кстати, симпатично очень смотрится. Сейчас она их мерила. Но я что-то не засняла. Как будет мерить, покажу. Коробка, конечно, прям поношена, измучена. Но обувь в целом очень даже симпатичненькая. Так что такие вот бежевые, теплые у нее новенькие сапожки. Так, сейчас еще буду разбирать пакет. Забежали и в Магнит, и в Пятерочку. Такое печенье, оно очень вкусное. Я его покупаю в Пятерочке. Еще взяли капусту квашеную, яблоки Golden, сахар. Молоко. Так, ну и разные сладости. Это еще в другом пакете. Заварила чай мятный с чабрецом и лимоном. Вот эта печенька, она вот так выглядит. Слушайте, ну прям супер вкусно. Очень. Еще взяли зефирчик. И хотим скоро с Ликой здесь сделать такую новогоднюю декорацию. Что-то будем выбирать. Конечно, вот это. Тыквы уберем. И у нас новые свечечки. Очень симпатичные. Такие еще домики здесь к ним идут. Такие домики. Очень красивые. И, кстати, свеча пахнет медом. Ой, Лика чуть не упала сейчас. Нормально вообще. В новых ботиночках, смотрите. Это тоже уже Новый год. Миланка пошла к подружке, а мы решили немножко прогуляться в магазин. Завтра выходной день, так что можно расслабиться. С ней уроки не делаем. Отдыхаем. Хотим зайти в детский мир, а потом... А, кстати, мы заказали еще шаверму. Пока нам готовят ее, решили прогуляться. А еще хочу зайти в Синсей. Ой, а здесь, смотрите, Новый год. Вот такие вот яйца шоколадные. 519 рублей. Это такие какие-то пакетики, наборы. Молочными какими-то шоколадками новинка. 419 рублей. Это, кстати, вот новиночка какая-то. Вот там вот такие шоколадки. Наверное, просто обычный молочный шоколад, так думаю. А вот, что тут еще есть? Честно сказать, я еще вообще не закупалась подарками. А я имею в виду ни Лики, ни Миланки. У многих уже закупились, но Лики Милане я еще не покупала. Что? Лика что-то нашла. Смотрите, тут платья новогодние. Такие. Лик, ты видела платья? Смотри, какие красивые. Сейчас, смотрите, какие платьишки красивые новогодние. Вообще прикольные, в разных цветах. У Миланки есть платья. Пусть уже доносят те уже, ну куда можно, их не знаю. Пока, вроде бы я не планирую пока покупать платья, там как пойдет. Но у нее такие платья красивые. Сейчас вырастет с них и все. Что поменяем? Давай. А что там? 50% сейчас уже. А что там было? Ну, мягкая игрушка с животом таким, которая
вот эта вот мягкая там вода. Блин, у меня правда столько много таких игрушек. А вот смотри. Это собачка, да, такая? Слушай, прикольно тоже. Хотим вот Миланке какую-то игрушку, но знаете, что такое необычное? Таких игрушек вот обычных много, очень. Всяких мягких игрушек. Смотрите, Чебурашка. Ты что-то хочется такое, знаете? Вот эти вот у нее все есть. Ну, что-то такое необычное может быть. Давай машинку подарю на ключ управления. Ну, зачем? Ну, я всегда хотела машинку подарить. Ну, у тебя была. Я ее сломала в первый же день. Нормально. А вот смотрите, вообще скидки здесь хорошие, смотрите, сейчас, видите? Хорошие скидки. Пойдем посмотрим, что. Ну что, Лика, тут есть? Разные куколки, пупсики. Все такое красивое, все такое мимишно. Все красиво. Идемте одежду я посмотрю, Миланке. За шаурмой нам еще не идти. Ой, смотрите, какие блестящие. Туфельки праздничные. Ой, какие блестящие. Сейчас я вспышку включу. Смотрите, как светится. В серебристом цвете есть. Есть вот такие розовенькие. Блестящие такие. Красиво так сияет. 20-28. 60. А, о, это мне подходит. Потом зайду. Мне подаришь. Потом зайду. Это ты, когда просыпаешься. Ну да, кстати, да. Так, ладно, выходим. Короче, пока я тут ничего не увидел. Вот эта ящерица сейчас стоит, смотрите, 799 рублей. В детском мире. Зашли еще в Синце, здесь куча всего новогоднего. Все красивое такое, праздничное. Кружечки разные, свечи. В общем, красота невероятная. Олени. Скоро тоже будем доставать. Уже новогоднее все. Такие лошадки красивые. И вот такие елочки. Я вот не помню, мне кажется, что мы в том году покупали какие-то сликоелочки. Но так как мы новогодние еще не доставали, я не могу вспомнить, есть они у нас или нет. Я хочу сделать уже скоро, вот будем с Ликой создавать новогодний дизайн на кухне, на столе. И я хочу какие-нибудь красивые елочки туда поставить. Сегодня Миланка изъявила желание написать письмо Дедушке Морозу. Я вот думаю, мне, наверное, тоже нужно уже написать, да? Лика тоже будет писать. Я вот уже написала. Меня зовут Лика, мне 20 лет. Можно мне тоже написать? Я, кстати, тоже люблю писать письма Дедушке Морозу. Это нам украшение. Милана тут даже прям, она подходит, вот, знаете, очень ответственно, серьезно, аккуратно. Она уже приготовила разные маркеры, фломастеры. Давай, да, убирай. Подготовила маркеры, фломастеры. Ну что, я начинаю? Давай. Здесь мой невидимый телефон, с которого я списываю все. Давай, Милана.